Рониус, я продолжаю проходить Скайрим. О, вот пришел. Послушаем или нет? Я тебе говорил, что моя сестра нам поможет. Да, ты был прав. Просто иди на север, не ошибешься. Ярл Балдур с тех пор открыто не присоединился ни к одной стороне. Так что, по крайней мере, тебя там не схватит имперцы. Здесь можно спокойно поговорить. Ладно, у меня есть карта, я побегу. Так. Ну, мы вплавь. Вот, течение есть. Убежали. Так, сил бежать нету. Глаз волку. Почему бы и нет? А вот и Вайтран, я так понимаю. Так, ну что же, побежали в Вайтран. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня какие-то проблемы. Сейчас попробую убрать. Так. Так, вроде хорошо. Полетели вниз. Конюшни. Да, в этом я похож на имперца. Так, ну сюда. Так, охранник нас пропустит. За драконом город закрыт. Вот только по официальной надобности. Можешь передумаешь отойти в сторону или пожалеешь? Ладно. Посмотри у меня. Красноречие. Спасибо. Теперь мы боги красноречия.
Да хватит базарить, говорит. Рот закройте и все. Сын битвы. Да мне похуй вообще, я вообще... Ярл... Какой тут Ярл? Балгруф, или он не тут, или я попутал. Ха-ха. Да отвали ты, дура. Ха-ха. Хорошо. Надеюсь, ты хочешь рассказать мне нечто очень важное. Настолько важное, чтобы оторвать меня во время совета. Ер, она же держит лесопилку, если не хочет. Да, да, да. Хорошая женщина. Так что, Хелдин действительно разрушил дракон? Не распоясавшиеся братья будут? Нет. Да, повелось. Айрилет была права. Айрилет была. Она успокоилась, да, дура? Надеюсь, что стены защитят нас от любой беды. Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войти. А боль, нам не следует. Вот-вот, этот прав. И найти мне Вайтран, на тебя долбить. Что ты мне дал? Одежда. 25. Вот это ты вообще дал нормальную вещь. Косвенно связанные с драконами и с луками его дракона. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим войнам. Что? Какое дело? Ты полагаешь, что можешь мне помочь? Я так не... Ярла можно найти в большом зале. Он обычно сидит там, на троне, а не здесь, в лаборатории волшебника. Я нашел кое-кого, кто поможет тебе с исключением дракона. Правда! Давай, расскажи мне все потом. В последнее время все только и толкуют об этом идиотском конфликте. Я лично предпочитаю... Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? Прикинь, я тебе только что это сказал. Он, должно быть, имел в виду мое исследование дракона. Ну, сразу вспомнил. Мне нужна помощь, дебил. Чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины, в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Давно. Заплатишь? Чем и почему? Мне это нравится. Похер. Пусть умники мучаются всякими вопросами, верно? Угу, а мы тупые. Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами дракона. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Ничего не хочу спрашивать у тебя. Тебе пора к храму на Ветреном Пике. Делай, да хранят тебя боги битвы. Ладно. Если ты не против, меня ждет на свет. Спасибо, что нашли мне лоха, который поможет
в жопу мира пойдет за камнем каким-то. Да, он сам пришел, я его не искал. Так, я знаю, здесь можно телепортироваться. Хотя бы сюда. Бежали. Так. Ну да. О боже. Какой мужчина. Всю гору отбегать надо, что ли? Да ладно, издеваетесь, вон. Опа, ганджам стали. Оп, 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 оп. Бегать же всю гору, ну прикалываетесь. Что за игра? По скале вот так может бежать. По вертикальной скале не может. Что там за город? Ривервуд. Мне надо было в Ривервуд ТПшница. Ладно. Кто меня заметил? Я хочу украсть его слегка. Фака, мазафака. Опа. Даже с собакой можно поговорить. Охотник. Не будешь меня бить? Кто это был? А, это кролик. Спасибо, заберем. Добрый охотник попался, думал. Сейчас будет тоже пытаться убить нас. Блин, давай.
где же вход в эту гору? Да прыгай ты, чё? В общем, мы спустились. Что за фижа? Ну тебя не буду сейчас. Что-нибудь пройду у тебя и... Рот закрою. А ты где? Отвечаешь? Блин, ну что ж такое? Где вход? Тут дебильные скалы, кто их делал? Луна, что это, другой мир, Марс, что это, вот Ракала. Я сейчас буду только минут 20 запрыгивать на эту гору. Что за дерьмо? По скале запрыгнем, как боги. Ну да, 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 давай же. Да. Мы это сделали. Так, у меня был новый уровень, надо прокачать. Так, прокачаем запас сил. Стрельба, вот, стрельба, нам нужна стрельба. Отлично, мы же лучники. Умри. Охотничий ты ведь. О,
охотничий лук. Это что-то маленькое. Охотничий лук. Так, пойдем туда, куда нас попросили пойти. Ветреный пик. Так, у нас второй уровень. Это очень круто. Так, это враги или нет? Да, грабим, стрел много, очень железных, издевать некуда уже. Спальнички, так, сумочки, ой-ой-ой. Ничего, не открыли. Железные сапоги. Тут 11 дают, их 11, а потом продадим кому-нибудь. Злые крысы, злокрысы. Аж юбка задралась этого мужика. Факел возьмем по приколу. Змея, дельфин. Кражи увеличились, это хорошо. Так. Кто это? Твою мать. Крыса. Крыса сдохла, хвост облез. Так, здесь, наверное, ничего интересного нет, потому что я не буду смотреть. Oh!
Так, я спас того паренька, а где он? Дружище? Ты где? Я ж тебя спас. Должен был теперь всю жизнь со мной ходить, спасать меня. А ты? Извиняюсь. Ой, я метки. Метка. Вот ты еще и маг. Нордский лук, что надо. Хоу, сердце. Я не понял, ты где, парень? Я тебя спас. Успел все-таки ударить. Ха-ха-ха. Казнь. Ква-ква. Слушай, Твиттер говно, убежал куда-то от меня. Я его спас. Я думал, дебил поможет мне с пауком сражаться. Дебил по тапкам дал. Я что, промахнулся на это ускорил? Побежали. А ты чё, парень, сюда убежал от меня? Здесь пауки будут, да? О, грибы светящиеся. Можно их съесть и светиться потом. Нет, ну это не дело. Спасать всех подряд. А потом они себя кидают. Так, походу мы не найдем этого парня, которого спасли. Он крыса вообще.
Та-дам! Не беспокойся, Драур. Так, святилище. О, скоро будет третий уровень. Ну и что, что делать надо? Интересно, я туда вообще бегу или нет? Здесь нужен ключ. А где ключ взять? Найти коготь. Интересно. А где я его найду? Оттуда я пришел. Здесь дверей никаких больше нет. То есть я что-то пропустил. Поздравляю. Или нет? Да, я пропустил. Где-то я что-то упустил. Как же это печально. Ну, очень печально. Мне говорят туда идти. Но у меня нет ключа. Но может найти того мужика надо, которого мы освободили. Вот путь куда-то ведет. Нет, отмычку сломали. Даже это, ладно, железная одену. Так, где это?
да, здесь ничего нет, отлично. То есть я пропустил нужный камень где-то. Вообще прекрасно. Что сказать? Ха-ха. Ха-ха-ха. Пустой сундук. Отлично. Я ждать я не хочу. Будем искать сзади где-нибудь. Может, все-таки я этого мужика пропустил. Так, где там паук был? Да, вот его убили, блин. Я пропустил. Одежда. 11 наручей, 11, все, 19 щит. Ну. Дневник. Заберем его. Он настолько быстро бежал, что его убило. Капканом тем. А мне казалось, что это был скелет. Теперь-то все понятно, теперь-то я выполнил задание. Выносливость слабая. Нужно больше силу прокачивать, чем здоровье. Здоровье у нас хоть отбавляет. Водичка классная. Лук какой-то слишком большой. Я решил прокачивать скрытность, стрельбу из лука и воровство, карманные кражи. Я думаю, это мне подойдет. Я знаю, что если прокачивать зачаровальню, кузницу и алхимию, то будет читерской, но я не хочу читерски играть. И убивать драконов с одного выстрела. Это неинтересно. Ну, мало ли, может уже и с лука потом на больших левелах мы не будем убивать с одного выстрела. Видим. Все впереди у нас. А пока откроем эту дверь. Ну. Так, здесь кольцо крутить надо. Медведь, бабочка, сова. Медведь, бабочка, сова. Теперь попробуем пройти. Так, отлично. Здесь может быть опасно. А может быть, это и сокровищница, да? А что маловероятно.
Что это такое? Изучена безжалостная сила. Безжалостная сила. Это магия? Крики? А, нужны драконы, души. Пау! Умри! Драконий камень. О! Так, красная мука. Это продадим. И это продадим. Железный щит продадим. Что здесь еще? Золото, крохотный камень. Так, ну все, уходим куда наверх. Безжалостную силу мы изучили. Крик. Сразу бы так пройти через этот тайный ход. Оказаться здесь, так нет же. Заберем цветы. Ой, череп забрали. Ну, здесь чья-то могила, мы ее ограбили. Расхитители гробниц. Так. Карта. Драконий предел. Вайтран был воздвигнут вокруг праздничного зала Йоркского резиденции легендарной чего-то там. Так. Видишь, криминология явно времен первой эры. Здоров. Драконий камень из храма ветреного пива. Да. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылают ярлы. Поговори об этом с ярлом. Или с его управителем Авиничем. Наверняка кто-то из них тебе хорошо заплатит. А ты? Моя коллега будет рада увидеть твою находку. Это она обнаружила их. Вроде твоя информация все. Нам не о чем говорить. И нашему другу выпала честь добыть ее. Значит, это из кургана на ветреном пике? Да, да. Когда все расшифруете, пришлите мне копию. Оставь меня в покое. Интересно. Чему так радуется Арина? Ты там тоже понадобишься. Где? Дракон. Я рубал его. Что он делал? На твоем месте я... Ой, извини, я тебя ушатал там. На. Да пошла это. Не сейчас. Что не сейчас, а что делать мне? Не сейчас. Что, странно, что ли? Орикс, да, приятная перемучка. За караул не спасти его дело. Если дракон нападет. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел в дело очень быстро. Никогда не видел, что... Да, да, да. Что было дальше? Что было дальше, расскажи. Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, думал, он точно кинется со мной. Молодец. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни. При этом заслужил. Айриле, собери-ка стражника. Приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построить всю главную дорогу. Отлично. Не подведи меня. Мне времени на церемонии, друг мой.
На опять? Я прошу тебя пойти с Ирине и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелга, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Ну ладно. Я не забыл, что тебе удалось добыть до Фарингара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение Огничи. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружия. Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть на этого. О! Шлем молодого лучника. Вот это дело. Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как защитить город от города. Так точно. Ты последний. Я тебя найду. Я посылаю тебя не на смерть, а на славу. Мне надо знать, чем ты делаешь. Итак, друзья, в следующей серии мы увидим уже битву с драконом. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, лайки, да, собачки такие. Подписывайтесь на канал. С вами был Крониус. До скорых встреч.